Всем привет, с вами Такси Филиппины, мы снова катаемся в The Crew. Оу, господа, всем доброго очешительного негра. Ну что, Лёха, мы уже подъезжаем. Негр с чешуей. Что я сейчас только что представил? Не, ладно, не представляйте негра с чешуей себе. Это амфибия, Лёха была бы. Да-да-да, слушай, мы сейчас в каком-то техасском городке или где-то типа того. Я чуть не сбил пешехода, который бросил сумки, но мы едем. Аккуратнее, Лёшенька, аккуратнее. Соблюдай правила ПДД. Представим, что это односторонки, да и все. Ну и так сойдет. Лозунг игры, наверное, типа, ты чё? Ой-ой-ой. Это подстава века, вы видели? Вы видели? А, и таксиста выжил, ладно, он выжил, все, значит, все, все живы, все здоровы. Случайно занесло. Да ничего не случайно. А едем-то мы, Лёх, куда мы едем? Подожди, на зону 51. Винслоу, типа Слоу, типа... Да-да, Слоупоки. Мы решили не в Лос-Анджелес, как в прошлой серии мы сказали, поехать, а до зоны 51. Причем расположена она в игре совсем не там, где в реальной жизни. Вот в реальной жизни она расположена недалеко от Лас-Вегаса. А вот почему-то в The Crew она где-то уже в середине Америки. Не, ну почему? Ты посмотри сам на карте, потому что иначе бы. Кто ездил вообще, черт возьми, в эту середину карты? Да, ну, вот поэтому и надо там расположить тут... кратер, зону, да-да-да. Да, логично, да, чтобы логично. Люди везде катались и, в принципе, получали интерес от этого. Да, погнали, погнали туда, собственно, я хочу увидеть туда, съездить и увидеть пончиков и вояк, которые воруют пончиков. Воруют маты. Сорвали. И бомжи на белом додо, которые влетают вокруг, типа, мы самые крутые, нас не собьешь. Да-да-да. И падают случайно, задевшись за только что прорисованную вышку. Вся жизнь сампа за один миг. Да-да-да. Это бомж, когда умирает, знаешь, говорят же, когда умираешь, там, вся жизнь перед глазами. Вот и бомжи тоже перед глазами сразу все летсплеи. Такса, Филиппина сразу пробегают, все их военные базы, все пролетает. Так, давай, все мигом давай. Пролетает. Ты почему-то отстаешь от меня там на 600 метров уже. Так я еду, как бы, вот непонятно. Я что-то не понимаю, ты куда-то вправо завернул, я думаю, я ты даже, едешь я даже врезался, я даже врезался. Знаешь, мне вот это вот все происходящее, вот где я еду, очень сильно напоминает сериал «Во все тяжкие». Вот кто смотрел, наверное, да, когда слушай, Джесси да. Пинкман и Уолтер Уайт еще в первый раз там варили этот мед в своем трейлере. Ну, так доме, давай найдем на трейлер. Похоже, вот реально чисто атмосфера. Давай. Где ты его найдешь-то, твою мать? Я бы покатался. Где-нибудь, это же Америка, они здесь везде. Это как шутка про доброго негра, который... Что? Стоять, братан! Поворот. Пишуй, погодь. Стой. Я там видел тачку, по-моему, она была в воздухе. Стой. В натуре машинка в воздухе. Что ну, это баги бывают. Это же бета-версия. Все, да, кстати. Блин, вот бетка реально, Лёх, согласись, даже ничем не, да, это, не отличается. Да, вообще просто круто. От компьютерной версии. Так они одинаково, собственно говоря, даже по графону. Вот, я чё говорил-то о том, что да. Добрый негр увидел трейлер на колесах и не знал, угнать или ограбить. Ну типа дом и машины. Подожди, а мы приехали в этот город, куда оставил метку, теперь нам надо метку дальше поставить, смотри. Метеоритный кратер, это во-первых. Блин, Лёх, напомни, как этот город называется вблизи с зоны 51 в Сампе-то? Форт Карсон. Как-то. Вот реально, чисто как Форт Карсон. Карлсон, да. Долина монументов, давай туда съездим. Там, наверное, эти головы, как я понял. Ну, веди Сусанин нас. Вот я поставил метку, но по пути, смотри как. По пути по этой метке есть метеоритный кратер. Туда я не буду ставить. Сейчас я вернусь в игру, потому что я в карте был, рылся. Так, все. Возвращаемся и едем. Воу! Так. Подлетел. Давай-ка я сейчас с тобой встречусь, да, и... Светофор и сносят тут грузовики, уго. Спасибо. Было плохо. Я поехал дальше. Нормально тебя развернул, светофоры мне под колеса не кидай, пешеходов. Мы просто буйствуем в городе. Город нищебродский, тут видеокамер нет, соответственно, даже копов никого нет, да? А, ну да, слушай, теперь это наша пристань будет. Я хочу по ухабам гонять, так типа, знаешь, как в тормозилке. Так, ой. Главное, что столбы деревянные сносятся, но я врезаюсь в заграждение, которое не сносится. Почему бы надо не сделать... Надо, по дороге реально бы уехать, лучше бы подрифтили бы, да, там, да, здесь дрифтовая вот дорога. А дрифтить лучше всего вот по... от первого лица. Самое интересное, дрифтить от первого лица в этой игре. Так.
Я просто как этот лысый, знаешь, из Форсажа, ты как его? Да, Вин Дизель. Да. Вот он, метеоритный кратер, кажется мне, да? Справа. Погоди-ка. Не надо открывать, есть карта большая, открывается на верхушечку. Так, отлично. Давай туда выйду. Точно, да, вообще. Ты просто раскрыл великую тайну игры перед глазами. Да, а еще если 3 раза посигналить на бибику вниз, то тебе ачивку дают 3 раза посигналить, типа. Вот, там даже достопримечательный знак какой-то есть, значит, это там. Так, ты сзади едешь? Да, я вижу. Ну ты погоди, ты свернул на... Направо. Подожди, то есть ты по пустыне гонишь? Да, по траве. Вот, все правильно, сворачиваешь, только тебя там развернул, я вижу. Так, стоп, ну, пойду прочитать. Здесь что-то есть. Так, пока ты едешь, я пока чекну, там ли мы. Ты что-то улюхал? Да, это метеоритный кратер, да. Где? Вот это? Да, хрень, это метеоритный кратер. Я что-то представлял, как-то знаешь. Я огромный, такую дыру представлял, да, себе. Да, дырочку. Ну, конечно. Ну, не шути только сейчас. Ой, слушай, она так и есть, да. О, Макс. Кратер. Ну-ка, от первого лица давай. Включу, потому что нереально. Можно туда заехать? Конечно. Давай, только не толкай. Нихера себе. Куда же животные все... бегают? Ой, там попрыгать можно. Уйди. Зачем тебя все время тянет по трясу? Моя рампа. Нет, Леха, блин. По очереди. Воу. Подвески хана. Я думал, водичка тут даже есть. Да что тут не хана? Смотри, какая арка, офигеть. Танк, просто, сука, огромный просто. Пиротки. Да. Выколотили специально, чтобы мы удивились потом. Еще рампа. Блин, тут походу какие-то мотоциклетные соревнования проходят, то ли. Скорее еще. Всего, да, от какого-нибудь там энергетического напитка, как всегда. Ого, рампа огромная, смотри, есть. Сейчас мы разгонимся. Давай. Вот там даже Дальше. Разгон сверху. А, ты где это? Вот смотри, вот за мной, ну, давай, гляди. Дырку, да? Я от первого лица хочу это пролететь все дело. Подъезжаешь, да? Ну, еду. Разворот выполняешь. Вот хватит сигналить, твою мать. Я не сигналю. Ты сигналишь. А вот сейчас я посигналю, а теперь я еду. Давай, come on. Time to jump. Everybody, come on. Просто напряжную музыку надо. Охереть. Ладно, поехали дальше, собственно говоря. Вон там вот выехать можно, да. Так, ты там целый, невредимый? И подожди, маршрут как бы проложи. А он проложен, видишь, проложен. Нет, не вижу. А вот я вижу. А все, окей. Так, ну, отлично. Слушай, я серьезно представлял этот кратер совсем другим вообще. Да, думал, здесь тут... просто яма, котлован. У нас кратеров больше в России, просто дыры в дорогах. Чё? Да. Там набивался только есть. Удивились, сука. Так, а чё, на железной дороге можно покататься? Не, я не поеду, там какой-то городок, я хочу его проверить, что там можно вообще. Маленький вот этот или который дальше? Маленький, да. Мотел. Поверить не собрался. Вот что ты там увидишь? Там, помимо того, как будут везде пьяные алкаши, ничего не заметишь. Ну здесь камеры есть, слушай, и менты могут быть. Да, кстати, да, а смотри-ка. Умение, сбор 51, уровень 30. Короче, не суйтесь в западное побережье, пока не прокачаете, здесь ничего нельзя сделать. Ну хотя бы, да, откройте трассу туда. Покататься, самое главное то, что вот... Купил самую дешевую тачку, катаешься по закрю, говоришь потом пацанам в школе, что всю прошел. Да. В сингле. Я теперь всю карту США наизусть знаю, кроме Аляски, получается. Ну, здесь неправильно, все равно карта, я вчера смотрел. Она примерно ориентировочно сделана. Да, сопоставлял. Все равно. Ну да, относительно все правильно расположено, но некоторых мест абсолютно нету, половина вырезана, половина не то, половина не там немножко иногда. Черт, goddammit, я заехал немножко в другое говно. Вот. Ой, другие дела. Воу, тут заправка разрушена есть. Так, отлично. Встань отлично. Там, заправься. Не, я не хочу, у меня полный бак. Прикинь, бы еще бензин здесь сделали. Вот прикинь, бензин. Потом просто стоишь на полдня. С толкача ждешь людей проезжающих. Завести, чтобы. Местных гопников за полтос. А потом они тебя еще и машину отжимают в конечном итоге. Кстати, возможно все. И ты появляешься и заново проходишь весь туториал получасовой. Ой, не надо тут про туториалы, не надо, я лучше просто покатаюсь. Что?
Я хотел перелететь это чертово ограждение, ну ладно. Врезался, наверное, несносимое, да? Я через него так-то реально перелетел. Просто, видать, текстурка ваномасовская, она немножко выше, как я думал, прозрачная. Ну ладно. А, ну все, понял, да. Ой-ой-ой. Ты на целый километр, уже на полтора километра меня обогнал. А так ты там едешь, что-то вообще врезаешься все подряд, походу. Спиди-гонщик чертов, а? Я еду очень медленно, заметь. Очень медленно на цельника едет? Ей, конечно. Давай, жми. Курок в пол. Дискана, зачем я вспомнил? Помнишь, там они это взяли машину, своровали в казино? А, бэха, типа, 32 черная или что-то там. Или, а, нет, 5 черная, там и бэха вроде да, 5, или 3 черная. Нет, 3 черная, 3 черная, потому что я не помню, 3 или 1. 1 пятерка, по-моему. 5 черный, да. Да, вот. Я сначала подумал, какие нахрен яйца Чингисхана. Это и такой... А, потом вспомнил, что это наша Раша еще. Самый, в кавычках, смешной фильм. Ну, когда ты маленький ребенок, тебе все смешно. Да и вообще просто произведение быдло сериалов там и вообще всего прочего. Да. 50 километров... А, миль, я все думаю, километров. Слушай, а вот это место мне напоминает... А вот это вот мне Раст напоминает, слушай, Раст! Вау! Блин, вот эти места, они так узнаваемы. Помнишь еще в Сан-Андресе? Да, вот там еще гора член. Да, я только хотел вспомнить про эту тему. Мы что-то найдем тоже? Здесь гора говно, смотри слева, она как кралька. А ладно, не будем об этом, у нас люди летсплеи смотрят и едят обычно. И едят, да. Приятного аппетита, кстати, можете написать в комментариях. Ну, у нас уже такое было вроде, да? Ничего, не испортился ни у кого аппетита, мы едем дальше. По этим местам узнаваем по GTA San Andreas, так... Ой, ну, слушай, красота, вот смотри, вот здесь особенно. Смотри, вот здесь вот у знака чёрт. Дорожного остановись. Там, короче, даже так гора, она в такой туман легкий уходит. И так смотрится красиво, такая синева у него. Ща подъедем, ща посмотрим. Лёха, что тут такое? Блин, я просто хочу везде покататься. Вот, видишь, там гора вдалеке, гора, короче говоря, да? Она в таком легком тумане. Там за туманами, вечными пьяными... Берег наш родной. Группа Любэ сразу надо. Здесь надо по этим американским трассам надо гонять на тачке, да, и включать русскую музыку, там Любэ или еще что-нибудь. А слушай, когда дорога в сельскую. Скажешь, на шестерке будем ехать. Нас в сельскую дорогу перевело. Смотри, мы сейчас в зону едем. Это уже местность-то у зоны, как я понял. Слушай, дай карту открою. Да. А, где-то нет, мы сейчас. Нет, мы в долину монументов едем, а зона потом через этот мы проедем. Смотри. Все. Я просто хотел чекнуть, что за долина монументов. Эй, подожди! Как я понял, вот она и есть долина та самая. Да, вот мы сюда приехали с тылы. Я думал, красная дорога, типа ты отдалился от маршрута, да теперь получается то, что это сельская дорога, грунтовая, да? По соотношению к асфальтовой и каменной прилегающей и неравноправная. Ко-ко-ко. Да. Просто спасибо всем, кто там смотрит и еще, наверное, хочет сдать на права. Тут Леха, да. Как бы у нас местный гид в своей деревне там отучил эти правила с полусонной, да? Вай, не рассказывай, как ты перед сдачей учил 5 часов. Да, было дело. Так, вот здесь больше всего похоже на GTA San Andreas, прям... Нет, вот... я бы сказал, больше мне это напоминает Red Dead Redemption, кто вот играл в игрушку. А мне немножко даже Rust, да, и Red Dead Redemption, и Rust. Только вот эти... Блин. Рожи-то что-то я не вижу в скале выбитые, но... Так не здесь, Лёха, это не тут. Рожи выбитые президентов. Да. А вон там какие-то есть, смотри. Ну что, Лёха, очередной рассвет. Мы с ним переночевали здесь целую ночь просто в этой пустоши, как настоящие пончики, жиробасы такие, знаешь, в зелененьких таких одеженниках, таких, или фиолетовых, не знаю, какие вы пончики. Мы прям поедем сейчас атаковать военку за матами. Вообще не знаю, какие пончики... Включи вид от первого лица и едь просто на солнечный, на рассвет, короче говоря. Да, это просто вот все тяжкие, господи. Смотри, чувак еще подъезжает, тоже решил... Полтора километра, да. Тоже из Самбо, тоже ворует мат, это, наверное, вагасенок. Вагасенок, шашлычонок, да. Так, ты там едешь. Слушай, мне нравится от первого лица ездить, ну, блин, а. Да мне вообще вся игра нравится, это круто. Да, вот сейчас вот графон сейчас нормально, вот графон, заметь, ночью и на рассвете очень хороший, а вот днем вот, ну, подкачивает что-то. Что-то не то, да? Не, ну это просто как бы мы уже зажранные в этом плане, то что, блин, ну день как день, а тут вот такой ну, вот день, он неинтересный, это просто день, а вот рассвет, реально, это прикольно, и ночь. Слушай, а чувак-то, видать, впервые нас приедет. Да срать на него хитрец. Мне...
Срал на него с высокой телебашни, знаешь, вот приедет он, не приедет. Телебашни Останкино, что ли? Да, да. К Останкино. Сейчас мы его в Останки превратим, если он такими темпами будет раньше нас ехать. Какие-то ранчо или что это, фермы, что ли? С ранчо. О, заброшены. Вообще, да-да-да-да. Так, сейчас сейчас же дрифт будет, от первого лица сразу включаюсь. Вдвоем зашли в поворот, тут буйвол еще, охереть. Нет, я назад посмотрел не слишком, да ты там пошел, смотрю. Погоди, я вижу опять очередную дырку, Леха. Не надо, не надо, нет. Мы должны ее пересечь. Нам надо зону 51, мы уже сколько катаемся? Мы уже час просидели в ночи, вот... Не хочу я никакие сейчас дырки посещать, это реально. Ну, это безумно. Ночи, кстати, очень долгие в игре, заметил, да? Здесь все долго, как бы. Осень такая короткая, зимы такие долгие. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так долго проходит... Ой, так быстро проходит осень, так долго тянутся зимы. Куда мы едем-то? На зону 51, я уже забылся. Вот, кажется, это тот городок, нет? Подожди. Да не-не-не, дальше. А, Розвилль, дальше, Розвилль. Подожди, Розвилль прямо, подожди, Розвилль. Стоп. Нет, ты свернул. Нам до Форт Карсон, ну, если так вам понятней будет... Прямо надо еще ехать. Да, Розвилль, ты че? Ты не помнишь, Розвильская? Розвильская катастрофа, это когда Анлоты упали около Роузвилля, а там была зона 51 как раз у Роузвилля. Там, где пришельцы, типа, еще они. Якобы, да? Да. А мне кажется, знаешь, это все брехни. Вот, просто, знаешь, а вот, кстати, недавно я зашел на какой-то паблик, и там один из чуваков что-то реально признался, еще какие-то фотки показал. Ну, не знаю, опять какая-то утка, наверное. Ну, типа, там пришельцы. Кто признался? Кто признался, тот и обосрался. Да, ну то скорее чувак и обосрался, потому что, наверное... Ну он перед смертью как бы это признался во всем, типа, что там происходило на этой базе. Ну, я не знаю, верить в это, не верить, как бы, гуманоиды типа среди нас, у них там антигравитация вообще есть, у них там вообще все круто. Интерстеллар, да, посмотри, Интерстеллар. И заметь, этот человек, который признался, является разработчиком каких-то там технологий, которые реально вот такие мощные технологии, современные. Неспроста. А может он просто зона реально... Зона 51 полна просто тайн, загадок, так. Вообще необъяснимости. За нами сразу менты такое. Уже, слушай, за нами менты. Я ничего все, так... только стоило упомянуть, да, про зону 51, что-то забазарили, все, чуваки сразу решили прикрыть. Я хочу в Роузвилль заехать. Форт Карсон. Так, давай. Ох, как я люблю. Ой, поворот-то резкий поворот, аккуратнее там надо быть. Вот он, Роузвилль. Тихо, заезжаем. Смотри, тарелка даже как бы есть, смотри. Их дохера тарелок. Я направо сразу заехал. И заправка, слушай, япончики, наверное, покупают аптечки себе. Офигеть, слушай, это вообще охереть. Такого не было ведь? Да. Вот это тарелки в Сампе точно не было. Да. Ну чё, НЛО, где мои НЛО, где мои пришельцы? Уфо, везде все НЛО. Где зона 51, Лёха, я не понимаю, где она? Где подожди, она? Это ладно, городок. Ну, на Форт Карсон не особо похоже, знаешь. А нет, вот если налево свернуть, есть что-то, вот есть, да? А вот если налево свернуть, можно и в щи получить. Нет, налево свернешь, на НЛО найдешь, направо повернешь зону 51, и там уже ты огребешь, вот точно. А твоя, который видит тебя как $500. $500? Ты что сломал? Долларов, подожди, ошибка. Да, коммутационно, нафиг. Я сразу поехал вот так вот наперекосяк. Вот зона 51. Так, господи, я уверен, зона 51 здесь тоже где-то на карте не светится. Просто, знаешь, как бы это опять военная база. То есть ее как типа нету, но она да, есть. Да, вот я тарелки, есть. Вот тарелки, подожди, сверху вижу какие-то. Вот, ну надо съездить, смотри. Огромные тарелки, как сверху. Тоже, помнишь, вот там-то рядом тарелки, это большое блюдо, ухо. Это блюдо стеклянное. Ой, слушай, они еще прописывают. Вот наштамповали их одинаковых, смотри. Для разнообразия, да? Но зона вот написано, что там. Но... Где там? Вот, куда мы едем. Оп, посмотри, какой-то круг. А, это GPS мой так показывает, господи. Он то появляется, то не появляется. Знаешь, интерактивная эта полоса, так, да? Подожди. Слава богу, что не тех. Тут ни хрена нет. Так я тебе говорю, это в чем-то тут подвох есть. То есть, где мы найдем эту зону 51? Ей-богу, не знаю, но... Либо смотри, просто мы приехали в точку прямо, подожди. Это Макса, не та точка. Макс. Че? Ну ее просто нет, понимаешь? А там зона 51 на самом деле это прямая такая, как бы. Ну это явно не горки, это твоя зона. Её... Так, давай вот на карте. На карте ты откроешь, и ты тоже там ничего не увидишь. Вот в чем проблема.
То есть вот она, одна либо пасхалка, либо тайна, получается, The Crew, да? То есть зона 51 самой нет, но она где-то рядом. Где она может быть рядом? Ну, пооткрывай карту, ничего тут нету. Макс. Ё-моё. Час, полтора часа времени мы ехали сюда. Ну, хотя бы увидели вот эти, блин, туристические тарелки. Да-да-да, ну, мы можем же телепортнуться туда, куда ездили, да? И вот, вот сюда, вот мы вот к этой трассе, да, телепортнемся. Так, давай, раз уж мы где-то близ... Давай до Далласа сгоняем. Блин, мне уж охота тоже с Далласа заодно поглядеть, что за городок такой. Да-да-да, может, да, кстати... я бы... План Далласа сразу вспоминается такой. Да. Ой, там дороги такие дрифтовые, дрифтовые дороги, слушай. Дрифтовые, да, дрифтовые. Сейчас мы как раз поедем. А ты уже поставил метку. Сейчас мы туда и поедем, собственно говоря. Не все увидели мы зоны 51, да, и тарелок мы пришельцев тоже не увидели, ну ладно. Ну, на самом деле, я даже не рассчитывал, если бы даже мы там увидели. Я сразу знал, что здесь ничего нету, потому что я когда увеличил карту, ничего не увидел, никаких баз военных. А вот я реально не смотрел, я видел, вот эти точки должны, ну, были, типа, я думал, вот это что-то такое, а это, оказывается, вот тарелки вот эти, да? А это нас просто обманули. Дураков на... Обманули петуха на 4 крузака. Да, куда ты там уехал-то? Ты не туда. Все, едь за мной, едь за мной, ты что? Ты не туда. Все правильно, вот у меня точка туда. А, да, я что-то это... Мы напрямик сократим. Ой, сейчас. Ой-ой-ой, ну, перевернулся, что-то я загляделся на радарчик. Красавчик просто, красавчик. Ерунда, ну давай. Ух! Ух! По горам-то вот сама догонять. Блин, а чё это за тарелки такие, не понимаю. Ну, наверное, пришельцами типа, вот общаться, чё? Да? Нет, да. Это летсплеи загружать. Это раньше в 90-х так летсплеи загружали. Через тарелки не было, нет, ты чё? Через тарелки суповые, наверное, их загружали в себя желудок. Загружали местных детишек. Потому что раньше вот главным летсплейщиком был твой дед, который рассказывал баянистные шутки или что-то в этом роде. Да. Так, во, ты меня подождал, спасибо. И все, когда, давай, и когда один же от другого, тот, кто, короче, опаздывал, он всегда обгоняет ждущего. Заметь. Это типично, это норма, я уже заметил это, да. Еще портит потом дорогу. Сзади идущему. А пустыня-то, вот, кстати, пустыня реально большая, мы сколько уже ехали, да нихера не приехали. Вот найдется же человек, вот. Который реально раскроет всю карту, просто проехав везде. Я помню, это, по-моему, какая-то игра была вот тоже, да, в многих играх с открытым миром тоже вот такая там есть такое, ну, даже в Сан-Андреаске, да. А, ну тут это просто вот реально, это сумасшествие какое-то. Все, первый даже дрифтовый угол у меня не получился почему-то, потому что я уже слишком расслабился. А? Тебя в руку, потому что посадили. Да, наказан. Вот, солнышко... ну я сам красавчик. Походу там что-то поворот, да, я вижу поворот. Быки всякие, вот что за дерьмо. И машину такой оставил мне здесь. Чуть-чуть. О, как я вошел! Ну блин, вот попутка, она всегда, знаешь, так под угол твоего дрифта. На пустой-пустой дороге найдется попутка, которая... Мешает попутка, тебе. Которая не попутки. Или встречная, которая просто вот чисто в угол твоего поворота входит и мешает тебе. Во, Лёха, дрифт, сейчас будет дрифтанский такой. А у меня нейтрона нет, Джимми. А вот видишь, опять попутка, сука. Ну блин, ну почти четко. Я хочу это повторить, ну ладно, еще есть возможность. Там еще слушай, мы с этих холмов сейчас съезжаем, смотри, какая красота. Вообще просто роскошный пейзаж на эти равнины. Роскошно. Давай. Знаешь, это шикарно. Шикарно, бейба. Да, сука, вот опять попутка, смотри, меня подбивает. Да что? Они специально их так расставили, я тебе отвечаю. Они появляются из никуда, они появляются и едут в никуда. Да вот опять оттуривают, ты гонишь. Че за... Вот че за бред, смотри, они прям специально не мешают траектории моей. Да сука! Я Да ты вообще туда вылетел. Да я перевернулся, я тебе говорю, потому что она угол тебе срезает. Они реально вот так вот. Сука, вот закрепотные люди, а. Закрепотные люди? Подлые. Ой, хоть здесь попутки не нашлось. Один хрен. Ой, не-не-не, нормально сойдет. Вот он, Лёха Даллас, ты погляди, капец. Вот для нас, я думаю, вот людей, которые с Урала, ну мы с Лёхой с Урала, есть еще, да, такая заметка. Просто непривычно. Даллас, подожди, стоп! Это Лос-Сантос какой-то, слушай, из окна моего. Да. Ну блин, мне вообще непривычно смотреть на одни равнины. Где горы? Обоссанные горы, которые везде кругом. А тут чисто такая жирная равнина. Я не могу на это смотреть. Это как это асимметрия для меня уже. Перфекционизм твой страдает сегодня, походу.
Так, оп. Да я думаю, не мой тот. Слушай, а город Даллас, я вот как бы никогда не интересовался таким городом в Америке. Он что, с небоскребами такими? Тоже. Он на Лос-Антос очень похож. Вот GTA 5, слушай, прям графончик слева-то, да? Так вот именно, что как бы, вот именно вот ракурс даже тот же самый, да? Ракурс. Ой, ну вот смотри, вот что падлы делают, а? Вот что, сука, делают? Вот соглашусь. Что за говно, реально? Только сейчас эту закономерность видел. Вот смотри, пустущая дорога, да? Ну как ты начинаешь дрифтовать, они появляются. Вот нефть качают, как товары сжигают. Нефть качают. Рэперы, что ли, качать-то? Ну, а что они с нефтью делают? Зажигают ее, что ли? На черное, значит, качают. Ну, сука, вот ты посмотри на это! Еще один. Спасибо, что протопнул. Какие-то заковырочные дороги. Вон какое-то болото, а это река. Болото-то узнаем мы везде. Болото узнаваемое, это пейзаж. Ну, сука, смотри! Во-во-во-во-во, чё за... Какого хера, твою мать? Чё там у тебя? Ты что сделал? Ты просто ехал передо мной, потом боком начал валить, причём ну мощно. Ну да, тазы же валят. Так, блин, у тебя вообще тарантас какой-то, чехмет. У тебя такой же, понимаешь? Не, зато синий. И что это тебе даёт? Креативный зашкаливает, вот у тебя оранжевое все время говно. Ну ладно. Да. Блин, ты хоть что-то помнишь в Далласе? Что-то вот какая. Ну, план Далласа по разрухе России, все, что я помню о Далласе. И то да, это человек да, был. Все. Слушай, дороги-то широченные здесь в городе. И пустые. Блин, опять. Блин, это типичный американский. Подожди, город. Подожди, что вот. Ты хочешь? Вот. Я видел небоскребы высоченные. Где они? Сейчас они не здоровые. О, там небоскреб, как будто из Грозного. Который еще горел-то, помнишь? А, да где? Вот это справа, там который. Слева, точнее. Слева, так. Да их много так тут здесь. Конечно, там бабы убегают, менты где-то. О, пожарная машина даже ездит, смотрите-ка, а. 11 сентября. Вот на Нью-Йорк немножко похоже, конечно. White Edition Нью-Йорка, знаешь. Да-да-да. Вот не уступили вот, дорогу. Вот, о, пожалуй, один из многих городов, которые вообще. Какого хрена? Даже... Стоп, хама на тебя нет, смотри, припаркован вторым рядом был. Нет, это для парковки, походу. Что-то здесь вообще не то. Давай вот эту стопанем тачку. Пожарную. Наштамповали здесь все подряд, нахрен. Во-во-во, нихера, они такие резвые. Не туда. Вот. Пишет мне не туда, прикинь. Да, вариантов не туда. Ведь нету, да? Смирись, типа, не туда, типа, вот знаешь. Это нету, и вопрос да. Так, давай карту открываем и глядим, и что у нас. И понимаем, что это такой себе городок, походу. Ну, чем-то, я уверен, этот город отличился из немногих городов Америки. Кто вот уже открыл, наверное, Википедию из нашей тупости, вот сразу похвастайтесь инфой и напишите в комментариях, что там в Далласе интересного есть. Сейчас там... я, наверное, полез реально в Википедию. Да, это просто я чупа-чупс большой вижу такой, и все. Нет, это не то, это я такого первый раз вижу. О, чувак какой-то скорее... в городе есть. В Техасе что у нас там? Город Даллас же самый главный, наверное. Наверное. Административный центр какой-нибудь. Да, ну конечно. Тут, наверное, он и есть, и все. Ну вот, центр вот, города, в нем, в центре города-то ни хренища нет вообще. Ровно где Макдональдс, где KFC, почему я не вижу? Ровно ничего. Да-да-да. Ну, слушай, в общем, это что-то не... вообще. Леха, я раскрою большую тайну, закрю. Че? Это не Америка, потому что я реально тут не вижу ни одного Макдональдса, ни одного фастфуда, ни одного жирного толстяка. Точно, точно. Где кто? Жирный пикап это уже. Это все американцы сделали, это все. Это Даллас, это по разрухе России, все думают, что там все так это круто. Макдаков нету, этих, сука, зашарпанных, и жирух нету, да, и жиробасов, да. Потом русские переезжают туда, а там ужас. Все, чтобы русским нагадить, да. Ой, ну вот это, конечно, теория заговора. Ну, за, короче, заговоры, ребятки, всем, да. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Заговоры. У нас уже у самого заговоры пошли. Да. Там, короче, закрю. Бета-тест, Филиппин, лайк, такс, пацаны. Подписка, комментарии и много-много всего ждет вас в комментариях и также в описаниях. Все, адьос, амигос. И добавляйте ролик в избранное, не забывайте. Еще, а мы поехали дальше исследовать. Вот это круто.